Надежность, качество услуг и комфортные условия для жителей Куйбышевского района Самары. Новая котельная обеспечит теплом более 36 тысяч человек и бесперебойную работу предприятий. Реализация проекта стала возможна благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу «Альт-котельная». Мощность объекта составит 120 мегаватт, что позволит отапливать более 300 домов. Данный новый теплоисточник, 120-мегаваттный, мы строим взамен устаревшей котельной практически со 100% износом, которая была построена в 1957 году, обеспечила больше 36 тысяч человек теплом, горячей водой, больше 20 объектов, из которых 35 социальных объектов. Это важно для большей части жителей Куйбышевского района. В настоящее время завершена установка всех железобетонных свай и монтаж колонн здания. Организованы работы по обвязке каркасов двух котлов. При строительстве используется самое современное оборудование российского производства. Котельная будет полностью автоматизирована. Для ее обслуживания потребуется минимальное количество персонала. И, конечно, люди почувствуют, во-первых, и качество отопления, и сроки подключения к отоплению. Убеждена, что вот то, что мы сейчас сделаем, это такой стратегический запас для Куйбышевского района, крайне важный, крайне необходимый. Модернизация системы теплоснабжения в Куйбышевском районе стала возможна благодаря тесному сотрудничеству области, города и ресурсоснабжающей организации, ответственной за строительство и запуск новой котельной. Она, в принципе, закроет все запросы по теплу, выровняется гидравлический режим, и, собственно, еще здесь планируем построить очистку воды, имея в виду там ее не очень, наверное, качество, тем, чтобы уже и сеть не страдала, и котлы не страдали. Строительство объекта будут вести в ускоренном режиме. Если все пойдет по плану, то уже в конце февраля, начале марта будущего года котельную сдадут в эксплуатацию. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.